тариф на электроэнергию в Караганде все-таки повысился. Департамент по регулированию естественных монополий вынес отказ на повышение электроэнергии, однако компания «Караганды-Жилусбыт» обжаловала заключение в судебном порядке. Как теперь платят за свет жители шахтерской столицы, узнала Бакытгүлө Касова. Смотрите, вот квитанции. О. Это то, что было. 68-летняя карагандинка Раиса Саранцева в последнее время практически перестала пользоваться мультиваркой, реже готовит еду. Теперь использовать электрическую плиту просто невыгодно. Бабушка постоянно следит за изменениями тарифа. По подсчетам пенсионерки, тариф возрос в несколько раз. От 7,65 до 11,24 тенге. Вообще, я не знаю, у них есть ум в голове или нет. Суммы какие? Больше 5000. Больше 5000 за это, за электроэнергию. Как поставили вот эти вот новые эти счетчики, а как поставили? Приезжают с дачи, эти старые стоят, а новые уже поставили. Департаментом по регулированию естественных монополий планировалось повышение цен на электроэнергию с 15 февраля. Однако компания «Караганды-Жилусбыт» обжаловала заключение в судебном порядке. Нами было получено мотивированное заключение о запрете повышения цены на электрическую энергию, но в соответствии с законом Республики Казахстан об административных процедурах данное заключение приостанавливает свое действие, так как мы ее обжаловали в судебном порядке. В таких случаях считается возможным применение заявленной в уведомлении цены на электрическую энергию до вступления судебного акта в законную силу. Коммунальщики объясняют рост цен тем, что покупка и транспортировка энергии проводится по новой цене. Официально с 1 января стоимость за электроэнергию составляет от 8,38 до 14,07 тенге. Бакытгүлө Касова, Жанайдар Рахимжанов, Равиль Валеев, 5 канал.